Всем привет! Сегодня у нас вот такой блок. То дождь, то непонятно что. Сейчас мы около огня. И хотим сказать всем спасибо, потому что у нас 500 подписчиков. Всем спасибо огромное за вашу помощь, за вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите нас, что вы поддерживаете Ярослава. Вы придаете нам силы, поддержку. Ярослав уже вот так вот стоять может, видите, плохо, да? Но он уже стоит сам, мама его уже не страхует. Благодаря нашим друзьям, помощникам, всем-всем-всем, кто с нами рядом, кто остается с нами, кто с нами бывает. Благодаря вам мы здесь. Мы проходим эту реабилитацию. Снимаем свои видео. Оставайтесь с нами, мы будем снимать для вас по возможности все самое интересное. Спасибо вам огромное, что вы есть у нас. Ну не такой же рот огроменный, Яра. Опять дождь поднесся. Сегодня это не наш день с тобой, Яся. Я вам скажу по секрету, сегодня заезд большой в санаторий. Москва привезла с собой дождь. Вот такой у нас сегодня экстремальный блог. Хотели пойти погулять. Отметить, что у нас на канале 500 подписчиков. Но парк миниатюр закрыт. И пошел дождь. Вот шумит. Мы забежали сюда. Я себе без ничего. Я его закутала, чем могла. И мы сидим и ждем дождя. Не знаю, сейчас пойдем, наверное, дальше побежим. Вроде бы ничего не предвещало так беды нам. Спасибо еще раз огромное. Спасибо всем. Спасибо, что вы с нами. Мы очень всем рады. Всем очень благодарны. Яра там пытается, да, поцелуйку сделать. Но так как у него рюкзак закрытый, он от дождя. Такой поцелуй от Яськи. Мы, ребята, отчаянные. И мы, потому что дождь, мы попали вот в такой красивый, огромный магазин игрушек. Да, Яська? Так что, ну да, смотрим сейчас, пока смотрим, что здесь есть. Очень здесь много-много всякого интересного. Сейчас будет Яська вылазить, выбирать. Потом мы вам покажем в конце, что же все-таки мы выбрали из игрушки. Нашли своего пусинога. Только здесь он почему-то еще и вытаскивается. А у нас он вроде как не вылазит. Я разолез в коляску. Видите, красота какая. Томас. Большой очень красивый магазин. Здоровый. Уходим. Давай, не прошло и 5 дней. Отжимай. Сейчас точно на экране. Всем привет. Хоть здесь посмотрите, есть куда. Уезжаем мы с магазина. Выезжаем, спускаемся. Давай, спускайся аккуратно.
Были вот в этом магазине детском. Сейчас уже возвращаемся. Вроде дождик успокоился. Пойдем по проспекту Ленина обратно. Хотя опять, мне кажется, опять он начинается. Ну что это за какой-то закон подлости? Мы пересидели в магазине, дождя не было, зашли в магазин. Вышли из магазина, дождь опять. Ну судьба нам, Яр, с тобой гулять. Сейчас придется домой уходить. Мы убегаем домой, потому что дождь вообще как бы сильно-сильно уже пошел. Не знаю. Ну что, мы уже дома. И мы, если кто нас досмотрел до конца, мы говорили о том, что кто с нами останется до конца, мы покажем, что купили мы в магазине игрушек сегодня. Мы купили вот такую игру. 3D-блоки. Муху собирать вот так вот. И я. Да, и машинка, да, Яра твоя? Ну, это Яра. Яра будет собирать. Но мы, наверное, сегодня не будем собирать. Сейчас покажу, я покажем, что там внутри тогда. Я думала, мы будем отдельно собирать. Вот. Вот такие, вот такой блок. Игрушки, правда, мелковатые немножко, но нормально. Вот такой, как маленький паспорт. По сборке деталек. Как надо собирать? Такую муху. Так, мы поняли, что это все затянется очень надолго. У нас это все пошло, уже затянулось надолго. Так что мы сегодня просто вам покажем, что вот так вот можно собирать. Вот такие можно детальки делать. И получается вот такая муха. Саму сборку этого конструктора мы, наверное, продолжим в следующем видео. Потому что это все немножко... Вот мы собрали вот такие вот глазки, собрали туловище. Пока остальное у нас не хватило сил. Так что сборку этой мухи мы покажем в следующем видео. Будет продолжение этого, смотрите. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока.